Сегодня вы узнаете, что такое выставка в Барселоне, потому что мы приближаемся именно непосредственно к самому холлу, где будут представлены все бренды. И этот видеоблог я буду записывать на Samsung Galaxy S9 Plus целиком и полностью. Заодно вы узнаете, как он снимает видео. Записываем это все в 4К 30 кадров в секунду. Так у нас будет хотя бы какая-то стабилизация. Погнали! Кстати, Huawei является генеральным спонсором выставки МВЦ. Самая богатая компания, которая спонсирует который год эту выставку. Ну, потому что Huawei — это гигант мобильной отрасли с точки зрения связи. Все прям очень серьезно, такая степень безопасности в этом году. Раньше такого не было, сейчас прям досматриваются, видимо, после прошедшего теракта, который был на улице Рамбла, теперь решили повысить степень безопасности, это правильно. Проверяют рюкзаки, проверяют все, что можно. Потому что как-никак за эту выставку за несколько дней посетит 100 тысяч человек, чтобы вы понимали. 100 тысяч человек. Это очень много. Павильонов невероятное количество. Сейчас будем бегать от одного к другому, смотреть разные гаджеты. Покажу вам медиазону, где трудятся журналисты и блогеры. Все по порядку, в общем. Смотрите, это новый компакт от Sony, такой упитанный невероятно, но тактильный, очень приятный. Наконец-то Sony сделали Full HD экран в своих компактах, хотя, если честно, вот сейчас у меня нет желания брать себе компакт. Дизайн прошлых компактов мне нравился гораздо сильнее. Ребята, смотрите, это XZ2 классический, и вот он мне по дизайну очень-очень нравится. Хотя я не могу сказать, что у меня есть какая-то тяга купить себе этот смартфон, сканер перенести на заднюю спинку, но вот это вот эффект выпуклости на стекле Corning Gorilla Glass дает очень прикольный эффект такой глубины цвета, довольно симпатично, ну и тактильно невероятно приятный смартфон, а в остальном это просто смартфон компании Sony, таким, каким мы их давным-давно знаем. Рамки уменьшили, молодцы, экран сделали 18:9, ну, тоже молодцы, подогнали к современным стандартам. Думаю, что вот такими маленькими путями Sony сможет хоть как-то выпутаться из проблемных ситуаций и начнет нормально, активно продавать свои смартфоны. Ребята, это LG V30S SyncQ, но дело в том, что я впервые держу в руках, в принципе, LG V30, и вы знаете, я реально в него влюбился. То есть мне кажется, что я его по приезду в Одессу прям куплю себе и буду с ним ходить, потому что это смартфон, который меня больше всего покорил на этой выставке. Я просто впервые держу в руках, он с опозданием ко мне пришел. Я к нему, вернее, пришел. И он, кстати, в Одессу уже едет, компания LG, насколько знаю, его отправляет для обзора в Украине. Мне нравится в нем все. Мне нравится, с какой скоростью он работает. Мне безумно нравится его дизайн, и главное, он легкий. То есть он большой, но при этом легкий. И я не знаю, какой-то очень приколючий смартфон, даже графическая оболочка обалденно выглядит. Дизайн, камера, широкоуголка, такое творит, просто я в шоке в таком освещении. Так что я буду детально его изучать и рассказывать вам. Я знаю, сейчас это звучит, как будто я перехваливаю смартфон, но у меня крайне положительные первые впечатления от этой трубки. Крайне положительные. Значит, смотрите, это медиазона, закрытая только для журналистов, блогеров. Здесь все работает. Кто где? Кто-то сидит вот здесь. Но основной костяк находится вот здесь. Заходишь, и здесь куча разных рабочих мест. Интернет и прочие вещи. И вот так вот тут все журналисты мира. В прямом том смысле слова. Журналисты со всего мира. Знаете, пару лет назад я, когда был на выставке МВЦ, я был голодным до контента, я бегал, снимал все подряд абсолютно. Прям неважно что, снимаю. Сейчас мы сняли вообще очень маленькое количество видео. И даже они дались с трудом, потому что, ну, как бы немножко приелось уже. И вот я сейчас просто гуляю по выставке, посадил Алика, он монтирует там оставшиеся видео, видеоблоги. Я просто хожу, наблюдаю, у меня нет какого-то там дикого желания начать снимать какие-то репортажи, потому что, ну да, много носимой электроники, много каких-то разных смартфонов. Здесь есть еще китайские и бренды различные, очень много про телеком, про мобильную связь, аксессуары, чехлы, но это все как-то довольно разбросано, не структурировано, и мне крайне тяжело сейчас понять, стоит это снимать, не стоит этого снимать. Поэтому просто вот так вот хожу по выставке, шатаюсь, смотрю на разные стенды. Может, сейчас с кем-то познакомлюсь, обменяюсь контактами для дальнейшего там плодотворного сотрудничества, как обычно это бывает в рамках таких выставок.
И может этот день пройдет не зря. Но вообще, если честно говорить, то все как бы мы за нулевой день выставки выгребли максимальное количество инфоповодов. И вот только с утра захватили Sony. Симпатично, я очень сильно впечатлился LG V30. И все. Как бы и можно смело уже просто паковать чемоданы и уезжать. Хотя я знаю, что многие ребята, которые приехали вчера в Барселону, будут здесь снимать еще дня 3-4 минимум. Будут ходить прям что-то снимать. Опа! Я нашел стенд компании Xiaomi. Давайте сейчас посмотрим, что ребята здесь показывают. Ну, понятное дело, здесь нового мы ничего для себя не увидим. Ноутбуки, которые мы уже снимали не один раз, роутеры, возможно, какие-то смартфоны. О, смотрите, какой приколючий робот. Робот Builder Rover на стенде Xiaomi. Лампы, кстати, зацените, какие лампы Xiaomi делает. Значит, приколючие LED-лампочки. Надо будет такую себе домой прикупить. Ну, это уже известные всем наушники, которые стоят, скажем так, недешево. Неплохо звучат. И вот эту штуку мы с вами недавно разыгрывали в Телеграм-канале. Видите прикол? Смотрите, смотрите, смотрите. Раз. Кроссовочки Xiaomi пошли, ребята. Кроссовочки Xiaomi. Помните, да? Народ ходит, молодцы. Наверное, насмотрелись обзоров таких, как я. И вот, приодели. Ну, удобно же по выставке рассекать такие кроссовки. Удобно. Вот ребята снимают Redmi Note 5 Pro. Весь в своей такой красе, смотрите. А здесь до сих пор Mi 6 стоит. Mercedes показывает какой-то свой новый смарт. Походу полностью электрический. Это вообще космически. Да. А, что происходит? Ребята, что вы знаете о бренде Ulefone? Я знаю, что люди, которые обозревают китайские смартфоны, довольно неплохо отзываются об этой компании. Я прям вдалеке вон там увидел их стенд немаленький. Сейчас посмотрим. Недавно же был вроде рендер какой-то слив, как будто они сделали клон iPhone 10 с монобровью. Сейчас посмотрим, может там это представлено, хотя слабо верится, но все равно интересно. Сейчас увидим, что китайцы из Ulefone показывают. Потому что они умеют за маленькие деньги нафаршировать по полной. Да, конечно, после камеры Sony стабилизация в смартфоне это детский лепет. Ulefone, погнали. Смотрите, они обманули, монобровка есть. Ага. Ага, ага, вижу, T2 Pro. 8 гигабайт оперативной памяти, 128... Смотрите, какой экран! Смотрите, какой экранище, а! Какой четкий экран, ничего себе! Камера на 21 мегапиксель, 13 мегапикселей, 6,7 дюйма, кстати, огроменный! Огроменный смартфон! Просто 5000 аккумулятор! Ну, процессор Helio P70 Octa-Core, ну, прям такой бодрый смартфон! И вот здесь действительно вот видна безрамочность какая-то. Снизу она как у Galaxy, у V30, даже LG, а вот сверху прям смартфончик такой ничешный. Вот китайцы что-то говорят. Не, ну вот экран меня действительно поражает. Настолько ядреный. Давайте посмотрим. Такие иконки огромные вообще. Посмотрим, что здесь у нас. Седьмой Android. Седьмой Android. Но, конечно, да. Смотрите, какая штука. А, мне помогут сейчас даже снять это видео. Замечательно. Вот так, друзья, Ulefone чисто случайно наткнулся на стенде, подошел. Возможно, даже как-то взять сэмпл для отбора. Сейчас я буду договариваться с этой девушкой. Значит, этого может вышлет мне его прямо там, в Украину. А вот, смотрите, десяточка от Ulefone. Кстати, знаете, что самое интересное? Он реально такой тяжелый, весь металлический. И они прям полностью попытались скопировать 10-й iPhone. Здесь что-то даже похоже на
похоже что-то более-менее на чистый Android, но нет, это не так, это не чистый Android. По техническим характеристикам у нас 18.9. Ну вот сами все видите, MediaTek, экономят на процессоре, 4 гигабайта оперативки, 64 встроенные, ну такой довольно забавный. Но вот тот меня прям, T2 Pro меня прям удивил, Ребят, познакомился с менеджером Ulefone, дали визитку, сказали, напиши после выставки на почту и вышлем тебе T2 Pro и засветим тебя смартфонами для обзоров на YouTube. Вот так это делается, приходишь на выставку, дайте сэмпл, не можем, дайте бизнес-карту, можем, все организуем. И, кстати, китайцы, они в этом вопросе очень такие молодцы. Они идут сюда на контакт, им очень интересно сотрудничать с медией, с блогерами. И самое главное, интересно то, что они понимают, как вы знаете, важно просто осветить продукт. Нравится, не нравится, без разницы. Главное просто осветить продукт и получить долю внимания продукту. А там уже как бы реклама любая работает хорошо. Ну, реклама не в том плане. Знаете, есть такое выражение, что типа любая реклама хороша, даже черная. Вот они к этому так относятся. И они не беспокоятся о каком-то плохом отзыве, о чем-то еще. Им главное, что на продукт обратили внимание. Что люди, в принципе, узнали, что они существуют. И почему бы не помогать таким компаниям? Они пришлют свою вот эту вот интересную диковинку. Я ее посмотрю, расскажу вам. Может, потом разыграем еще. Это же прекрасно. Вам хорошо, мне хорошо. И им хорошо. Win-win-win. Сзади меня стенд Qualcomm. И он интересен тем, что Qualcomm обычно собирает на своем стенде все флагманские устройства, которые работают на их процессорах, на Snapdragon'ах. Ну и другие интересные разные технологии. Поэтому сейчас я заскочу, потому что каждый год на этой выставке я забегаю на их стенд, и постоянно получается выцепить какой-то смартфон, который не удавалось снять там, к примеру, в рамках просто своего города, своей страны, потому что не существует у нас такого вендора, либо что-то еще. Zenfone 4 Pro, неинтересно. BKV Buffon. Что это на 625-м снэпе, ребята? О! Вот он наш красавчик, это же Essential, ребят, помните его? Говорят, что он даже как-то там немножко начал продаваться, приятно. Flipkart Billion Capture, я вообще не знаю название, я вообще не понимаю, кто эти люди. Snapdragon 835, это же Google Pixel 2 XL, естественно. То есть, видите, да, собраны все смартфоны, которые работают на процессорах. LG G6, HTC U11, LG V30, блин, я смотрю на LG V30 и... Просто меня это... Ах, надо точно себе его найти. Он мне просто необходим. Мне дизайн нравится, форма, экран. Прям очень круто. Так, Motorola, понятно. Moto Z2 Force, Nokia 8, кстати. Восьмая Nokia. Вот и 7 Plus, который буквально мы вчера снимали. То есть можно было смело даже не идти на презентацию Nokia, и можно было прямо сюда идти. Ну что вам сказать, обычно я здесь задерживался допоздна, сегодня я освобождаюсь чуть ли не в 2 часа дня, уже уходим отсюда, все смонтировали, все выложили, все отдали, куда надо было снять, и сейчас я просто иду записывать видео про камеру Galaxy S9, похожу, пофотографирую по городу, и потом уже отдельно выложу для вас видос именно про камеру этого смартфона прекрасно. Предварительно, даже не обзор, а просто пояснение за камеру, зачем вот эта вот диафрагма изменяемая, зачем оно все это работает, как это работает, и на реальных снимках покажу. А уже потом, по приезду в Одессу, наверное, будем делать разные там сравнительные тесты с айфоном и с другими смартфонами. И пока такое лайтовое предварительное видео, чтобы хотя бы понимать, зачем Samsung это все делало. Друзья, для меня выставка в Барселоне МВЦ закончилась, хотя для многих она только сегодня начинается. И несмотря на то, что гаджет, тема как бы ну не слишком уже сильно удивляет, да, то есть какие-то интересные вещи есть, но они уже немножко приедаются. Мне эта выставка понравилась тем, что лично для своего канала я снимал видео не в формате каких-то обзоров, да, а я снимал именно видеоблог. Для меня это был новый опыт передавать для вас какие-то внутренние ощущения от поездки в Барселону, от всех этих презентаций. Мне понравилось. Я думаю, что вам тоже понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал. Уже непосредственно сами обзоры, полноценные обзоры техники будут, когда я вернусь домой, возьму все эти гаджеты в руки. Кстати, напоминаю, что весь этот видеоблог записывался на Samsung Galaxy S9+. Еще даже не знаю, что из этого получилось. Какое качество, какой звук. Хотя
так предварительно по картинке было все довольно-таки неплохо. Сейчас пойду фотографировать на него, готовить материал про камеру, хотя погода как-то вообще резко испортилась. По прогнозу было все замечательно. Спасибо всем, пока!